Все вы. Где? Где все? Все где? Все на шашлыках. Да? Ну да. А нас никто не взял, да? Подходишь на шашлыки? Егор звонил, сказал, сейчас заберут нас. Куда? Куда-куда? На органы. На органы? Да. Ух ты. Так, сейчас, подожди, мне нужно здесь вот... Это на сковородке же готовить, правильно? Да, ты будешь это готовить на сковородке. Сейчас я тебе, подожди, поставлю ребят вот так. Чтобы они нас... Гляжу с тебя, как в зеркало. Давайте, пока подключайтесь, а я соберу все, что нужно для приготовления мамки. Знаете, что мы решили сегодня готовить? Китайский рис. Или рис по-китайски. Ага. А ты ничего не взял. А что я взял? А я что-то не вижу. А вот. А у меня не было никаких команд. Так, вот тебе вот это надо. Сейчас тебе все дам. Добавьте эфир, эфир зависнет. Зависнет эфир. Сейчас буду готовить вкуснющий рис. А потом все это будем выкладывать. Должно получиться нормально. Знаете, как китайцы готовят? Они туда запихивают все, что только можно и нельзя. То есть он у них может быть сразу с курицей, свининой, морепродуктами, ананасом, какими-то травками, муравками, сельдереем, короче, кукурузой и прочее, прочее. Кукурузы нету. Как нет кукурузы? Прикинь, а я думала, она есть. Она есть, мы покупали. Мама, ну нету кукурузы, мы ее все потратили. Куда она что-то потратила? Ну. А зеленый великан, это что? Это горошек. Зеленый великан, да горошек. Там тоже нету. И там нету. Нету, нету, мам, у нас нету кукурузы. Блин, это жопа. Это ты жопа, да. Ну видишь, я думала, что она есть. Да, да, да. Так, ладно. У нас есть это. Я накажу тебя. А зеленый лучок нужен. Доставай сама все. Да, давай я тебе сейчас все соберу. Вот так вот. Работай с дилетантами. Мася, почему я опять выгляжу как-то красиво? Это неправильный какой-то эфир. Я же обычно выгляжу страшненько. Так, вот это тебе. Так, всем приветики. Куча людей отправляет запросы, ребят, не отправляйте запросы, эфир зависнет. Инстаграм вот так работает, хрен через нахрен. Ну, давай вот так. Все, вот тебе. Это просто... А, еще лучок сейчас. Лучок. Так и так будет. Лучок. Теперь смотри. Какой рис берете? Сейчас покажу. Я бы выбрал другой, потому что я люблю больше, знаете, японский такой, когда он более сваренный такой, так, знаете, более липкий. Да какой липкий? Знаете, он какой любит? Когда вот такой, хоть эти обои клей. Это вкусно. Это невкусно. Да? А я такой не люблю. Так. Что делаем? Контролируй. Значит, что я делаю? Сейчас ты я... обжариваешь сейчас. Лучок и индейку, правильно? Вот эту перепелку. Да. Дальше ты добавляешь туда креветки, ананасы. Мама, не надо мне, слишком много слов. Слишком много. Слишком много слов ему. Так, значит, во-первых, камеру чуть-чуть на себя. Так. Ты же нас сейчас будешь вести. Да. Во-вторых. Подожди, а нужно сейчас как-то сказать, начало же какое-то записать. Давай. Сейчас, подождите. Друзья мои. Оп. Сейчас вот так вот. Да-да. Нихао. Это все, что я знаю по-китайски. Сегодня будет рис по-китайски. Рис по-китайски у них, да, это, знаете, когда... Ну, я уже сказал, Наталья, то есть рис... С остатками того, что у тебя есть. Да, все, что было, все пригодилось. Ага. Но это, кстати, очень вкусно, да. Только ну, единственное, что я не нашла такого риса, вот как у них. Такого его просто нет. Потому что тот рис не китайский, все остальное, да... Фигня какая-то, да. Так, а что он тут вот завис, я не вижу... Ау, прикинь, он завис. Кто, эфир? Угу. Ну, сейчас начнем двигаться, значит. Ау. А-а. Уже не пишет, ну, просто. Не-не, мам, там и сердечки пропали. Да? И комментарии зависли. Да. Что-то его грузануло. Алло. О, все. Пошло. А, не лайкать. Слушайте, я не знаю, что и почему так работает вообще. А вы говорите, понятно. Добавьте в эфир. Да мы что? Нам бы наоборот было прикольно, когда ты появилась только функция. Да, мы кстати, такое придумали, да, мы хотели там вообще такое. Дарить радость каждому подписчику, каждый день кого-то нового приглашать, какие-то темы обсуждать кайфовые. Было